3 июля сотрудники госавтоинспекции в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник. ГАИ было образовано 84 года назад. В Махачкале прошло торжественное собрание по этому поводу. В управлении ГИБДД отличившихся сотрудников полиции наградили памятными медалями, а некоторым присвоили очередное звание. За все то, что вы вкладываете в эту службу. Вкладываете ее не только для себя, для своих родных и близких, а в принципе для тех, кого вы даже не знаете. Но тем не менее, каждый день заботитесь об этих людях. Останавливая их на проезжих частях, на тротуарах, на пешеходных переходах и делаем замечания, привлекая их к ответственности. В этот момент вы заботитесь об этих людях, о гражданах республики, о гражданах России и жителях Республики Дагестан. Еще раз огромное-огромное вам спасибо. В знак дружбы и признательности за сотрудничество благодарственные письма также вручили представителям общественных организаций, муфтияту и республиканским СМИ. В их числе и коллектив нашего телеканала. Награду вручили генеральному директору ННТ Султану Трамову. После чего полицейские возложили цветы к мемориалу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.